Стекло. Они подумали, что Катя вот так совсем одна играет, играет здесь всегда. Как будто ничего особенного нет вокруг нее. И если бы она, Аня, не пришла к ней сегодня, и у нее бы ничего не было, только этот... Этот ее утенок. И может еще час... Аня Тоша бы тоже учит уроки. Пришла, зашла бы Тоша нравится после литература. Уроков вместе с Мариной из класса к ней домой или в кино, а Катя бы так и играла. И когда Аня закричала скорее в окно: «Катя, Катя!» Тоша, Тоша, ты мне помнешь листы. И Катя, какой маленький у Тошки хвостик, да, Тоша? И Катя тут же все поняла, что пришла Аня, прямо сейчас стоит за окном, здесь. Она встрепенулась, улыбнулась и стала совсем другая. Она стала смотреть на окно, но еще не видела Аню. Через какую дырку Аня смотрит, где Анин глаз. Наконец нашла и стала совсем счастливая. Аня подставила к окну ящик. Ты мне сейчас все порвешь, Тоша. Тоша. Мама. Тоша. Тоша. Тоша заслушался литературу. Аж проголодался. Тоша. Ну, Тош, нельзя, Крис. Тоша. Ящик встала на него и показала Кате через верхнюю незакрашенную часть окна. Раскраску, которую ей купила, и открытку, и апельсин. Аня кричала в окно, что есть силы. И Катя кое-что слышала. А что отвечала ей Катя, Аня совсем не могла разобрать. Рядом с Аней у соседнего окна стоял папа, который пришел к другой девочке. Она лежала сзади, в конце палаты. Тоша! Нельзя. Лежала сзади в конце палаты. Девочка... Девочка была маленькая, у нее было заплаканное лицо. Она кричала изо всех сил: «Папа, принеси мне веер!» Что? Никак не мог понять папа. «Веер!» — кричала девочка. Тоже танцует. Танцор хвост. Тоша! Танцор диско. Танцор Тоша. Тоша? Тоша! Ч-ч-ч-ч. Это же книжка. Танцуй. Танцуй. Как ты танцуешь? Вот я так и танцую. Тошка! Папа, принеси мне веер. Что никак не мог понять папа? Веер! Кричала девочка. Какой веер? Какой веер? Наконец разобрал папа. Зачем? Махаться, махаться, показала девочка. Он мне очень нужен. Хорошо, закивал головой папа. Тут Аня опять посмотрела на Катю. Тут Аня опять
на Катино окно и увидела, что Катя держит записку, которую написала и приложила к стеклу. Аня прочитала, что Катя все время кричала «Спасибо!». Аня нашла в портфеле кусочек бумажки и карандаш и тоже стала перекладывать свои записки к стеклу и ждать, пока Катя не прочтет. Так они записки не разговаривали. И еще, конечно, рожицы нам помогали, чтобы было понятно все. Наконец Кате с той стороны принесли, а это было расходиться. Аня подумала, как сейчас пойдет домой на троллейбус по шумному городу мимо зоопарка. Она все может везде ходить, все делать, на все смотреть, не через дырочку. Аня стояла так печально, такая печаль. Она еще раз посмотрела на окно и тут увидела, что Катя, указывается, приложила к стеклу новую записку. Аня не грусти. И улыбнулась Аня в своем сереньком халате. Кате было хорошо и радостно. К ней только что приходила Аня, еще даже не ушла. И все вокруг нее, там в больнице уже совсем другое, не грустное. Даже не чужое, потому что Аня еще когда-нибудь придет, пусть не сегодня, не очень скоро. Она есть у нее всегда. Все. Все, Тош, прослушал урок литературы? Все, запомнил? Теперь пишем домашнее задание. Теперь пересказывай. Про кого прочитала Полина? Да. Анна, что ты рассказываешь? Отвечай на уроки. Мы тебе оценку поставим. Да. Давай, говори. Вот ты уже говоришь. Ну, молодец. Тоша рассказал. Какую оценку поставим, Тоша? Три. Три, он не согласен. Тоша не согласен. Да, Тош? Ты не согласен? Четыре. Не согласен? Четыре. Четыре. На четыре согласен, Тош? Согласен? А? Тошка? Тошка, согласен? На четыре? А? Да, Шуня? Тошка ученик, да? Второго класса. Урок литературы ему понравился. Теперь перемена. А, перемена у тебя, Тоша. Я думаю, что ты разлетался туда-сюда. Оказывается, перемена. У тебя перемена. Что это ты быстро на перемену ушел? Перемена. Знаешь, туда-сюда теперь летает. О, какая перемена у Тоши большая. Тошка, все? Уроки закончились по литературе? А? Теперь Тош. Будет по-русски. Таша. Будешь писать? 28 февраля. Классная работа. Ну, расскажи. Не, не хочешь говорить. Хочет полетать и поиграть. Да, Тошка? Тошка разыгрался у нас тут. Да, летает и летает, да летает и летает, летает и летает, Тоша. Сейчас, наверное, будет... Все, на этом звонке мы заканчиваем свое видео. Всем пока, до новых встреч. На канале Попугайчик ТВ. Всем пока.